Всем привет, вы смотрите канал Кибербол. Что же все-таки круче, FIFA или PES? Вести этот спор можно бесконечно долго, но прийти в нем к единому мнению вряд ли удастся. Сегодня мы положим на импровизированные чаши весов Барсу и лица ее ключевых игроков. Какой из футсимов справился лучше с их воспроизведением в виртуальном мире? Давайте вместе посмотрим и сравним. Ставь лайк, если считаешь, что лица игроков Барселоны лучше сделаны в FIFA 18. И пиши комментарий, если по-твоему с их созданием лучше справился PES 18. Не забывай подписываться на наш канал и нажимать на колокольчик, чтобы первым узнавать о новых видео от Кибербола. До скорого!